Повелитель, вы передо мной в долгу, повелитель. Каким образом я перед вами в долгу? Господин, я занимался торговлей, обанкротился, погряз в долгах. Каждую ночь перед сном я молю Аллаха: «Сынок, повелитель спрашивает, каким образом он должен тебе». Как я и сказал, каждую ночь перед сном я молюсь. Вчера ночью я видел во сне нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Он сказал мне: передай Хамиду, что вчера ночью он забыл совершить зикр и произнести салават, который совершал каждую ночь. Сказал: иди и попроси все, что тебе угодно. Что-что сказал? Наш Хамид... Бери, сынок. Можете еще раз сказать, что он сказал? Наш Хамид... Держи, сынок. Скажи еще раз, что он сказал? Когда увидел во сне пророка, он сказал: наш Хамид. Еще раз скажи, сынок. Наш Хамид. Держи, сынок. Сынок, тебе недостаточно того, что взял? Достаточно, паша, я сразу расплачусь долгами. С миром. Он почти все собирался у вас забрать. Что ты такое говоришь, паша? Клянусь, если бы он попросил, я бы отдал ему все богатство, свое правление. Вчера ночью мы работали, паша. Я уснул за столом. Забыл произнести салават. Мы совершили ошибку. Пусть Аллах простит.